Сижу в павильоне, подмерзаю чуть-чуть. У меня прямой эфир, и он пишется сейчас. Не у меня лично, а по работе. Я шатаюсь, думаю, сейчас надо вам что-нибудь подснять, пока я тут тусуюсь. Подмерзла чуть-чуть. Народу другие приехали тоже снимать кучу. В студии просто стоит какой-то дурдом. Все тарахтят, играют в настольный футбол. Не могу придумать, где мне зафиксировать камеру, блин. Так. Смотрите, какая, кстати, антураж у меня тут. Я уже сторис сняла. Я сегодня тут граф Дракула попросила мне отдельный зал выделить. Кайфую сама в одиночестве просто. Ох. Нашла штатив, но для камеры пытаюсь примостить, чтобы вам снять. Заходили люди, заносили свой какой-то стол. Будут фоткать, короче, походу, в 6 часов. Я пока тут сижу. Вот такой какой-то стол они поставили, пока я вам снимала. Понятия не имею, для чего он им нужен. На черной циклораме. Такое впечатление, что будут что-то готовить. Вот, зал Black. Чик. Покажу вам, любите баночки, да? Любите баночки? Покажу вам пару баночек. Значит, первое, лак, который покупали вместе с вами. Блин, шумно, нет? Не, я не об этом, я... Мурашки такие здесь бегают. Короче. Полевые практические условия, можно сказать. Не, на самом деле студия, профессиональная, все дела. Лак, который покупали вместе с вами от фирмы Kalas. Класс, аромат супер, фиксирует отлично. Продается в Еве, вообще... Боже, пахнет он просто фантастически. Если ищете хороший лак, фиксация огнище. Еще написано, что здесь всякие полезные штучки для ваших волосиков. Я сама лаком вообще крайне редко пользуюсь, это не моя сфера. Я так люблю вот это вот все, вот это все люблю. Люблю такое. Хотя и это кто-то фиксирует. Дальше. Хороший бюджетный тональный крем. Я вот сейчас, простите меня, пожалуйста, если вдруг я забыла и повторяюсь, окей? Кипишем на голове такая сильная, с ярким светом. Зато как хорошо все видно, хорошо все видно. Коллаген. Огромная банка, просто вот сколько здесь объем? Сколько здесь? 100 мл. То есть это в 3 раза больше, чем стандартный. Блин, хочу губы подкрасить. Можно? Сейчас. Пришла. О, и сразу настраивается свет. Айфон такой умничка, конечно. Значит, так. Вот так. Вот так лучше будет. Итак, значит, на чем остановились? Тональный крем от фирмы Коллаген за недорого и очень хороший по качеству. Вообще никаких к нему претензий нет. 21 номер, их там не так много, вот у меня 21. Этот самый нейтральный славянский тон. Дальше, что еще хочу показать? Это неинтересно. Пудру я вам показывала. Zero Sebum от фирмы Этюд. Правильно говорю, Этюд? Вот. Она сегодня присутствует непосредственно на эфире для того, чтобы мужчины в кадре не бликовали. А это очень важно для камеры, поэтому если даже для камеры окей, то сами понимаете, что и в жизни вас тоже спасет. Что еще хочу показать? Что там такое? А, я вот не помню, по-моему, я вам не показывала. Термозащита от фирмы, думаю, я не сильно кричу, потому что там запись звука идет. PH. Вот такая вот клевая. Вообще, на самом деле, вот искренне, давайте уже по-честному, да, оценить качество термозащиты, ну, крайне сложно, правда же? Ну, типа, как ты заметишь, что волосы просто не загорелись в процессе того, как ты делал укладку, да? Такой, типа, не загорелись, значит, класс, или там не отпали, или что-то еще в этом роде. Я всегда говорю, что термозащита нужна почему? Кстати, она уже почти закончилась, тут просто на дне уже. Тоже запах. Я, конечно, по запахам обожаю выбирать продукты. А, и вот эта штука Zero Sebum, она пахнет ментолом. Это необычно. Ну, то есть я не могу сказать, что я в восторге от аромата ментола, но пахнет нестандартно и хорошо матирует. Значит, вот эта термозащита от PH выглядит супер стилево, супер кайфово и так далее. Пахнет замечательно, волосы не горят в процессе, но и другой продукт, который здесь у меня имеется, сейчас я вам продемонстрирую. Как бы от него тоже ничего не случается такого критичного. То есть все хорошо с вашими волосами, они не отпадают. И дым не валит столбом. Ладор, вот такая вот термозащита. Крупным планом демонстрирую. Я в пудре? Не, нормально все. Вот такая вот у нас получается ладоровская термальный спрей. Такой распылитель. Здоровый. Кстати, удобнее. Здесь распылитель получается, здесь как водичка он идет, а здесь же, видите, как крем. Сейчас. Вот как видели, да? И здесь получается как крем. Ну, все, куда? Я ничего, я забыл, я застрял.
как крем, и наносить его немножечко сложновато. То есть ты должен руками все это размазать, он не такой прям скользкий. Что это было? Куда ты это пихаешь? Вот сюда. Удобнее, но это дороже, круче, профессиональнее, чем ладор корейский, да? И выглядит, конечно же, да, можно сравнить. Чик и чик. Но сложнее чуть наносить. А это тут же как водичка, видите, да? То есть сейчас я даже пшикну вам вот так на темном. Давай. Вот так, дымкой, вуалью. Поэтому это намного удобнее. Ты так облако такое создаешь вокруг волос. Хорошо, это распределяется очень быстро. Поэтому класс, аромат, аромат. Важно? На что вы обращаете внимание, кстати, когда выбираете продукт? Ну, вот, например, термозащита. Ну, давайте, подкиньте мне пару идей. Аромат, текстура, что? Тоже достойный, достойный продукт. Давайте еще что-нибудь покажу. Я показывала когда-то в инсте, а вам, наверное, не показывала. Хайлайтер. Бекка. С вот такой вот алюминиевой крышечкой. Ну, здесь такая прорезиненная, силиконовая. Уже такой у меня уставший, его уже осталось мало, но я его люблю, очень сильно люблю. Оттенок, значит, у нас опал. И он такой... Он красивый. Он красивый. Вот такой вот. И сейчас покажу на коже. Вот такой он, теплый. То есть бывает же холодный, бывает с розовинкой. Этот просто теплый беж такой. И вот он создает такой влажный эффект. Видите, вот. Очень-очень красиво, очень достойно. Если ищете хайлайтер, хотите порадовать. У меня есть. Это мини-версия, а есть такой более крупный. У меня девочка, кстати, знакомая, покупала по моей рекомендации. Осталась безумно довольна, поэтому берите на заметку, если ищете хайлайтер. Что у нас тут еще? Румяна Шанель, но ничего там интересного нет. Хайлайтер, как мерцает, да? Вот эти вот картонные коробочки, знаете. Это Makeup Obsession London Glitter Cosmic Crystal Highlighter. Шик. Шик. Немножечко пылит. Видно по, да, по окружающей среде. И он такой, я его больше как тени. Он такой очень активный. Мне, вот видите, вот как-то его нужно очень аккуратно наносить. И он прям, он такой сатана просто. Он просто сатанюра. Давай, покажи себя. Так, вот он. Вот так видно? Да. Вот как тени, очень красиво. Как хайлайтер, конечно, too much, либо очень-очень тоненьким слоем. Вот он просто прям цвет кожи мне перекрыл, видите? То есть, если будет на ваших лицах, а может мне сейчас попробовать провести? Ну, давайте я попробую. Я так пойду дальше работать? Ну, ладно. Вот так, видите? Не, ну если пальцем, кстати, то ничего, ну уже на вторую тоже нанесем. Наберу еще. Гулять так гулять. Елка так елка сегодня буду. О, мне в зеркало, кстати, удобно видно. Вот. Видите? Ну, он такой, конечно, кистью наносить его, он получается очень агрессивный такой. Надо очень легко его наносить. А как тени, просто фантастически. Ну, тени уже не буду носить, потому что у меня здесь есть тени. Кстати, мои любимые. А что я сюда притащила? Показать еще тени свои любимые. Сейчас привезу. А то приходит много, пришло много новых людей, после того, как я там, например, их показывала, как давно. Пыльничек, конечно же, их фирменный, черный, красивый черный цвет. Черный. Обожаю черный в любых ипостасиях. Так. Вот так выглядит. Я на самом деле покупала эти тени. Ой, знаете, что это было? Это была вакцинация. Вакцинация, да, на которую я очень не хотела идти, ненавижу. Как бы не снимайтесь, уколы, всего такого прочего. Для меня это всегда стресс, потому что в детстве имела, как говорится, печальный опыт с нашими постсоветскими медиками, которые просто такие огромные женщины, тебя наседали и такие типа, а ну рот закрой, я тебе сказала, сейчас будем дело делать. Да, и спасибо, кстати, за лайк и комментарий данному видео, потому что это очень помогает каналу, вам ничего не стоит. Спасибо тем, кто недавно пришел. Знаю, что любите такие видео, поэтому чуть же, видите, притащила вам, пока в перерыве сижу тут. Да, так вот, и я такая думаю, блин, надо как, знаете, как в детстве, надо себя порадовать, чтобы закрепить положительный эффект после данной процедуры. И я такая думаю, окей. И я пошла, зашла в Бракар, как раз это было в ТРК Украина у нас в Киеве. И там на одном этаже делалась вакцинация, на втором этаже был Бракар. И я пошла себе, думаю, буду, как у меня еще зеркало пропало, не пропало, а развалилось, что-то с ним там случилось. И я такая думаю, и зеркало себе заодно буду в сумочке носить. Вот такой оттенок. Давайте номер. Номер у нас Талпа 14. Вот он. Чик.
И это один оттенок у нас, да, то есть не палитра. Мне на самом деле самой мне, вот, например, да, то есть я там могу юзать какие-то невероятно тяжелые, огромные эти палетки с кучей оттенков, Inglot, например, преимущественно, да. Мне самой, я знаю несколько оттенков, которые я люблю, которые мне подходят, которые мне нравятся, и больше мне вот этого всего изобилия палеток не надо. Поэтому я говорю, бьюти-блогером исключительным я точно не стану, потому что захламлять себе я не хочу, мне не нравится вот это все, как сказать... Ну, мне нет смысла, я знаю свой типаж, я знаю, что мне подходит, знаю, что мне не подходит. И всякое буйство красок на себе я тоже не всегда люблю, там, ну, могу красную помаду как-то сделать себе, да. И вот этот оттенок, он такой нейтральный, и он серо-коричневый, он такой кашемировый на ощупь. Он у меня сейчас на глазах, его, вот видите, практически не видно, да, то есть он такой чуть-чуть затемняет века, он серо-коричневый. Вот подстелка, я под настроение могу добавить. И он добавляет глубины глазику, да, то есть есть у меня вариант голая стрелка. Писали мне по поводу стрелок видео снять, я сниму, я помню. На самом деле я уже снимала, но я сниму еще, хорошо, будет про стрелки. И вот добавляет глубину глазу, да, то есть выразительность глазу. Просто на все веко я наношу, даже вот не парюсь, честное слово, да. То есть человек, у которого есть море кистей, я же могу на самом деле, такая похвасталась, я же могу на самом деле и пальцем сделать, да, то есть мне как бы... Руки, если из нужного места, они могут делать даже не всегда прям со какими-то специальными сложными предметами. Вот такая кисточка идет в наборе, то есть я как-то в поездку, например, могу ехать и положить вот так вот чик-чик, и быстренько вот так вот чик-чик-чик-чик-чик, и так вот наношу на все веко, да? То есть это такой оттенок, который, он не требует растушевки какой-то сложной, знаете, бывает, нанесешь, а на какие-то края резкие видны. То есть просто, очень просто и без так. Я сейчас наслою себе, да, чрезмерно много. Зато вам показала. Смотрите, я уже сколько натрахтила. Боже мой. Боже мой. Вчера почитала комментарии про вождение, у меня было видео про вождение, и мне несколько человек там написало. Ну, вчера, может, и позавчера, там, типа того, написали спасибо большое за психологическую поддержку в плане того, что... мало кто говорит так вот, разжевывая и передавая свои эмоции. Многие там, значит, так сели, в руль так взяли, подстроили под себя кресло и поехала. Чего сидим? У меня такой инструктор был на самом деле. Но люди-то все разные, у людей абсолютно разное восприятие там, да, и мир окружающего, и себя, и тому подобное. Поэтому просто вот так, как с подругой, типа, вот я рассуждала на камеру, как с подругой, и очень многим людям это откликнулось, мне пишут слова, теплые, мне так приятно на самом деле. Вы меня очень заряжаете. Вот, ну, да, знаете, вот комментарии меня заряжают. Ну, понятно, что они помогают каналу развиваться. Конечно, безусловно, я же прошу вас писать комментарии. Но они еще... Я просто сижу и могу так... Я, например, потом сидит там, и там кофе там, да, пьем или что-то сидит там, завтраком. Я сижу так, открываю телефон, такая... Так приятно. Он такой, что такое? Что там такое? Я говорю, YouTube пишут. Он такой, ну, давай, прочти. Поэтому спасибо за комментарии. А, еще прикольно. Мне только что мужчину заводили, там, прямой эфир, короче... И... А, у меня здесь еще такой... Видно пассажир у меня тут такой... Ты с ума сошел? Ты с ума сошел? Давно не было ничего такого. И никакие там циклы, ничего. И говорит... я попросила просто мне отдельный зал, да? Я же сказала вначале. И он такой заводит мужчину, говорит, вам в темную комнату красивой женщины. Так ржачно. И вот, короче, вот эти тени, если вы возьмете, вы просто сможете. Вот они универсальные в плане оттенка, да, то есть они серо-коричневые, они не сильно холодные и не сильно теплые. То есть это нечто среднее. Очень-очень удачный оттенок, красивый. Рекомендую от души. Боже, я так много от любви напила Шанелю, что мне аж что. Что еще показать, думаю? Что еще показать? А, тут у меня было. А, хороший блеск. Сейчас накинутся меня те, кто... Я покупала это. Получила вот в прошлом году, если не совру, наверное, в январе. Lip Volumizer. И вот. От бренда. Белорусский, да? Люкс Визаж. Это блеск пламбер для губ. Тут написано. У меня в оттенке карамель, в оттенке 304. Пахнет конфетами, щиплет губы за счет какого-то ментола, вот за счет этого. Ну, то есть это нечто похожее с лип-максимайзером от Dior, бюджетная версия. Очень классный, очень хорошо блестит, очень нежный такой нюдовый аромат. Нюдовый аромат. Вот он, видите? Я, кстати, вспоминала, что у меня есть одно записанное видео этой же фотостудии, которая раньше была в другом месте и тоже в зале Black. Такое по совместительству получилось. Мне сейчас нужно перебираться в другой зал. Я, короче, буду заканчивать. Спасибо, что были со мной.
Надеюсь, что видео вам понравится, потому что вы такие форматы видео любите. А, могу еще показать палетку от Кика. Сейчас. Давайте оттенок. Выглядит вот таким вот образом. Это у нас Green Me Eyeshadow Palette. Это у нас... А, я не сказала оттенок, да? 102. Не прочту. Смотрите. Любители базовых кофейных оттенков. You're welcome. Не сказала бы, что вот эти очень удачные. То есть, ну куда их? Особо... Я не люблю такие оттенки. Даже нет, не люблю. Да, то есть иногда надо, но я их не очень люблю. Мне вот больше нравится что-то такое более приближенное к серо, вот этому коричневому. Но вот эти очень удачные. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Вот эти тепловатые. Вот это вот для праздничных мейков тоже. Оп, можно нанести просто на одно веко. Я, по-моему, вам снимала видео с ними. Нет? Один мейк? Нет, наверное, это не... Нет, Ламель был, Короче, у Кика тоже есть хорошие продукты. Ксюха мне сегодня писала, посоветуй мне тушь, потому что у нее закончилась. И я ей посоветовала тушь, я вам тоже ее уже советовала. Видео о ней, о туши было уже. Где-то у меня еще тут тушь была какая-то. А, вот это тоже классное, показываю. Sky High, Maybelline. Чего? Вот так, короче, вот так вам демонстрирую. Тоже крутая, тоже классная. Вообще, на самом деле, не заморачивайте себе голову, идите покупайте Maybelline, и практически всегда все будет уместно. Все, 16 минут, блин, это бесконечно, можно тарахтеть. Спасибо, что были со мной, и до нового видео. И спасибо всем новым, кто прибыл.